Наталья Шарина – директор Звенигородской школы номер 1. Она вместе с коллективом ведет активный образ жизни и регулярно участвует в экологических акциях. Субботник в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха решили поддержать. Один из способов пообщаться с коллегами, вместе провести с пользой время. Поэтому мы с удовольствием всегда используем такие возможности. Утро субботы с пользой провели коллективы образовательных, спортивных и социальных учреждений округа. В стороне не остался и глава Андрей Иванов. Я в первую очередь хотел поблагодарить всех вас, что поддерживаете меня каждую субботу, приходите. И мы вместе с вами делаем наш округ чище, комфортнее, уютнее, благоустроеннее. И, честно говоря, это место, в котором хочется жить. Расчистили лес от древесины, упавших веток и порубочных остатков. Все это уйдет в переработку и будет использовано для благоустройства парка. В конце трудного дня не обошлось без традиционной каши и горячего чая. Эмилия Аркелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».